пошло. Лидер Америки и Франции, вы обещали нам системы ПВО. Вы дали нам совсем не то, что нужно. Посмотрите туда внимательно. Это разрушенный город. Это лишь часть города, которая разрушена самолетами противника, самолетами России. Вы же говорили, что будет помощь. Дайте нам эту помощь. Байден, Макрон, вы великие лидеры. Будьте ими до конца. Спасайте гражданских людей. Гибнут дети, гибнут старики. Уничтожается город. Он стирается с лица земли. Или вы хотите еще один Алеппо? Вы его практически получили. Дайте Украине ПВО, пожалуйста.